С 1 октября в Красноярске начнут платить субсидии семьям, которые решили отдать ребенка в частный детский сад или сидеть с ним дома. Ежемесячная выплата составит 6 тысяч рублей. Получить эти деньги смогут лишь родители, детям которых исполнилось 3 года, и они встали в очередь в государственный садик не позднее 31 марта этого года. Специалисты предупреждают, при получении субсидии место ребенка в очереди сохраняется, но на время выплат его переводят в резерв. Как только в саду появится свободный место, семью оповестят специалисты управления образованием. Заявки на получение денег уже начали принимать. Предполагается, что такой возможностью воспользуются около 6 тысяч семей. Для этого нужно прийти в отдел управления образованием по месту регистрации, взять талон о снятии с очереди и с ним обратиться в управление социальной защиты с определенным пакетом документов. Что туда входит? Первое – это талон о снятии ребенка с учета. Следующие документы – это копии паспорта родителя, свидетельства о рождении ребенка, документа, который подтверждает регистрацию ребенка либо родителя на территории города Красноярска, либо постоянную, либо временную. И следующий момент – это документ с реквизитами лицевого счета, куда будут перечисляться денежные средства.